Всем привет, ребят. Это Love Six, красотка-шпион, книга 3, 10 глава. Погнали! Что же сейчас будет? Вот ты правильно, чучело, блядь. Не надо ничего делать. Mm-hmm.
Вы смеете. Ну-ка. Смысле? Нифига, это после того 5 лет прошло. Ну и чё? Ты её остановил нахрен? Да, чё? Отлично. А, ну понятно.
Конечно, помочь, почему бы нет? Ну, понятно. Ой, ужас. Ладно, вот это пусть. Че, дура? Раз, два. Моя прическа где третья? Вот, классно. Пошли. Нет, Сэм, зачем мне Энни, бля? Более она, типа, раньше любила Сергея. Да, но прическа не классная. Это постанова, по-моему. Нет, спокойно следить. Да. Пусть ответит Сэм.
Отлично. А чего он Сэм даже не пап? Не знаю, мне было на ее месте обидно. Просто ее фоткают за компанию. Фига себе. С Витером, ну блин, такое название, конечно. Вот это круто. Блины, что ли? С икрой? Руфь. А мы про всех узнаем. Хорошо. Ну и Кэтрин.
Ну давай. Чего? Ни хрена непонятно. Ну-ка, ну-ка. А, мы сейчас поедем к этой, я понял, к секретарше, ассистенту. Хэнни. Точно, вообще будет веселье. Понятно. Дебил, блин. Извините. Не, ну такие же люди есть, я согласен. В жизни это не то. Ну, тут истина все-таки есть. И не просто придумано. Чё? Что значит пустить? Давай, Рузин. Да?
кто там? Крис? Интересно. Что там случилось? Охренительная клиника. Куда? Пошли уже бургеры кушать. Ну, не, ну вот, блин, я не знаю, может, блин, вам геноспо... Короче, скажу мягко, это какое-то проститутство. Но я хотел сказать другое слово, которое больше подходит, не проститутство. Ну и чё там?
Опа. А вот и серии конец. А кто смотрел, тот молодец. Всем пока.